Конкурсы профессионального мастерства в Брестской городской больнице скорой медицинской помощи проводят регулярно. Такие мероприятия, несмотря на дух соперничества, помогают сплотить коллектив и сделать его более дружным, уверены организаторы. Накануне в лечебном учреждении выбирали лучшую медсестру. В конкурсе приняли участие 8 человек, по одному от каждого отделения. Мы все работаем и выполняем свои профессиональные обязанности. И, скажем так, у нас у каждого своя рутина. А тут мы с каждым из наших работников знакомимся немножко в другой обстановке. И оказывается, что не все очень талантливые. Они, кто стихи пишет, кто пироги печет, кто там вышивает. То есть, и очень такие интересные вещи. И узнаешь людей с другой стороны, что опять же скрепляет коллектив, связывает его лучше, то есть люди друг друга лучше знают, лучше понимают, лучше относятся, что в конечном итоге сказывается на их работе, на их отношении к миру, к пациентам. Конкурс профмастерства – это сочетание испытаний профессиональных и творческих. Медсестрам было необходимо проявить твердые знания и навыки медицинского дела в одних, а также креативность и острый ум в других. По словам участниц, конкурс мероприятия, конечно, волнительное, но вместе с тем интересное и полезное. Участие – это уже важный этап, расценивается как важное событие в нашем отделении, учитывая то, что я пришла не так давно. Эмоции, впечатления, знакомства, приобрести какой-то опыт, учитывая то, что я не участвовала ранее в таких подобных конкурсах. Вот. Ну и возможность доказать кому-то что-то, может быть, занять первое место. К слову, в этот раз конкурс сменил место своей дислокации. Недавно больница скорой медицинской помощи пережила серьезный апгрейд. Пристройка серьезно увеличила площадь учреждения и его возможности. Кроме приемного отделения, клиника диагностической и административной территории, здесь появился и комфортный актовый зал, который и был накануне наполнен жаром борьбы, духом соперничества и вместе с тем атмосферой поддержки и доброжелательности.